Слухи о свободе и богатствах Карибского моря годами просачиваются в душные портовые таверны Старого Света. Так эти слухи добрались и до вас. Вам легко удалось попасть на борт, а затем сколотить команду и, скажем так, разжиться кораблем. Но что дальше? Свобода, слава, богатство — все это еще далеко. А команда уже точит кинжалы. И если после следующей вылазки им снова достанутся жалкие крохи, вам в лучшем случае дадут пинка под зад. Испанский золотой флот, набитый сокровищами так, что вот-вот отправится в объятия Нептуна, следует в Европу. Это лакомый кусочек, и он бы тебе очень пригодился. Но нужно быть полным идиотом, чтобы выступить на крошечной лоханке в одиночку против самого охраняемого конвоя в истории. Нет. Для этого потребуется корабль посерьезнее, команда побольше и банда отчаянных пиратских капитанов под твоим флагом, которые знают свое дело. Итак, капитан, корабль под парусами, куда держим курс? Да уж, капитан, повеселились вчера от души. Я и не знал, что в человека может влезть столько рома. И эти ваши безумные идеи о набеге на золотой флот испанцев. Надеюсь, вам понятно, что команда легко поймает вас на слове. Что ж, вы с этим справитесь. Хотя видок у вас, по правде говоря, не очень. Что ж, будем заново учиться стоять на ногах. Главное, чтобы вы не забыли, как крутить штурвал. Превосходно. Направляемся вон к тому городишку. Торговцы всегда ошиваются вокруг городов. Вот на одном из них и разомнемся. Сбавляй! Стоп! Не стоит подходить к городу слишком близко. Мы же не хотим грабить торговцев у всех на виду. Проверьте, нет ли поблизости военного конвоя. И вперед на добычу! Ха! Поднять черный флаг! Вот эти как раз то, что надо. Орудие к бою! Ах да, морской бой! Это основная часть нашего ремесла. Я уже чую запах пороха. Сперва нужно изучить окружающую обстановку. Как закончите, подведите корабль поближе к нашим друзьям. Они идут в нашу сторону. Отличная работа. В следующем раунде они окажутся в зоне поражения. Поверните корабль так, чтобы мы могли хорошенько вжарить им бортовым залпом. Попадание. Долго они не протянут. Так держать, капитан. Отправим салаг Дэви Джонсу.
Неплохо. Посмотрим, что нам досталось. Что ж, капитан, ставим парус в город. Надо бы добрать команду, а в таверне наверняка найдутся хорошие моряки. Черный флаг лучше спустить. Мы ведь не хотим пока лезть в бой со всей округой. Вижу землю! Ха-ха! Всегда мечтал это сказать. Помните, капитан, вчера здесь было все залито ромом. В городе мы можем пополнить запасы провианта. Но перво-наперво предлагаю отправиться в таверну. У меня в горле пересохло. Чувствуете, капитан? Местные запахи навевают воспоминания. Гляньте-ка на того парня. Из него выйдет неплохой капитан. Как раз то, что нужно. Перекиньтесь с ним словечком, может, он захочет к нам присоединиться. Чудненько! Ваше красноречие никогда не подходит. Проверим новичка в деле. Еще один конвой как раз сгодится. На рынке можно продать на грамм. И здесь же можно пополнить запасы провианта. Никак не возьму в толк. Как можно выходить в море без рома на борту? Ведь ром решает столько проблем. Хорошенько осмотритесь. Вам сюда придется частенько наведываться. Все вопросы по кораблю решает начальник порта. У него можно отремонтировать и улучшить корабль. А иногда и украсить. Здесь живет главная шишка в городе. Если нужны добрые отношения с нацией, это именно те пятки, которые придется лизать. Понятное дело, тут же можно узнать, как нация относится к вам в текущий момент.
говорите? Мне стоило бы рассказать о ветре. Минуточку. Где-то у меня это записано. Ах, вот. Идти по путям ветром гораздо быстрее. Ха, черт. Да до этого любой болван. В наших рядах еще один капитан. А значит, мы можем повести в бой два корабля. Это будет легкая нажива. Клянусь каракатицей, мы чертовски хороши. Если так пойдет дальше, нам понадобятся сундуки побольше. Теперь к делу. Наши головорезы на голом энтузиазме разбойничать не будут. Рано или поздно они захотят получить свою долю. А значит, скоро придется делить добычу. Вот мы и вернулись к тому, с чего начали. Похоже, ромом все-таки сыт не будешь. Что же, пора выдать команде заслуженное. Собирайте ребят, будем делить добычу. Берем курс на город. Пора хорошенько промочить лодки в таверне и потолковать о делах.
свое добро на наш корабль не отнесут. Надо попытаться подойти поближе к берегу, на одном из наших кораблей, чтобы команда могла высадиться. Хочешь что-то сделать? Сделай это сам. Капитан, здесь вы, так что вам и решать, какую долю добычи отдать. Разумеется, чем больше команда получит, тем она будет довольна. Но прислушайтесь к моему совету, не отдавайте слишком много. Парни к такому быстро привыкают и будут рассчитывать на такую же долю в дальнейшем. Со временем каждый капитан накапливает опыт. Когда его наберется достаточно, разделите добычу, чтобы вложить опыт в новые умения. Капитан, вы, наверное, уже решили, что дележ закончен, и можно снова отправляться в плавание? Увы, нет. Нужно еще составить пакт о трофеях для следующей вылазки. Мы, пираты, просто обожаем наши кодексы и пакты. Но тут все довольно просто. Даете команде парочку безумных обещаний, и вас снова избирает капитан. Но имейте в виду, если не сдержать слово, они этого не потерпят. Отлично. Поставьте подпись здесь, здесь и здесь. Хотите себе копию для архива? Хорошо. Вот теперь мы можем двигаться дальше. Что ж, если вам и впрямь нужен золотой флот, то нам стоит навестить моего старого знакомого.
Когда-то он был помощником капитана на испанском корабле, который перевозил золото и серебро в Европу. Если угостим его выпивкой, старый хрыч может нам кое-что порассказать. Есть чем поживиться. Вот и я так думаю. Капитан, мне неприятно об этом говорить, но люди на борту снова хотят хоть чем-то набить желудок. Награбленное и прочее добро хранится в трюме. Здесь же можно посмотреть, чего хочется команде на данный момент. Если разрешить расходовать эти продукты, повысится боевой дух. Они все одинаковые. Лишь бы ром был годный. На остальное плевать. Ха! Давненько я не бывал в этой дыре.
Думаю, мы найдем моего знакомого в таверне или где-то поблизости. Золото, добытое честно, выглядит иначе. Хо, то, что нужно. Прихватим с собой побольше. Таверна уже должна была хорошо запомниться. Здесь можно не только закатывать пирушки для своих, но и напоить всех присутствующих за свой счет. Это хороший способ набрать в команду новых моряков. Кроме того, здесь частенько бывают люди при деньгах, на которых можно поработать. Что ж, на сей раз все прошло не слишком гладко. Но он прав. Нас здесь никто не знает. Нам стоило бы представиться местным торговым капитаном. Команда это тоже оценит. Золотишко отсыпали, да еще и сверху добавили. Вот это по мне. Хорошая работа. Теперь можно ловить рыбку покрупнее.
из какого мы теста! У них есть чем поживиться! Ха-ха! Они до смерти напуганы! Вот и я так думаю! Ради этого мы и подались в пираты! Покажем, как это делается. Нам бы впору сочинять шанти о своих победах. Добычи! Для порядка в трюме кое-чего не хватает. Они до смерти напуганы! Взять их!
Подъем! Нас ждет работа! Хорошенько мы надавали этим сухопутным крысам. Да они все одинаковые. Лишь бы ром был годный. На остальное плевать.